В прошлой серии Талину пришлось отправиться на агропром. По пути предстояло встретить некоторые опасности и удалось найти еще один пистолет. Также раздобыл очень много еды, которой должно хватить на долгое время, так как обыск агропрома не был завершен, придется доделать начатое. Всем приятных просмотров. Итак, продолжаем катать ДДР. И хочу сказать то, что дела не совсем хорошо идут нынче. Вот, 3 аптечки, 2 бинта. И что сейчас делать, непонятно. Ну, в смысле, с медицины. Что я буду делать-то, понятно. Сейчас надо до конца доулазать. Хотел сказать, армейские склады. Из головы вылетело весь агропром. Вот. И найти комбинезон замкнутой системы дыхания. Чтобы можно было пробраться на янтарь. Да? Да, на янтарь. На янтарь. Чтобы пробраться на янтарь, нужен проход через дикие территории. Через дикую территорию. Вот. Я понимаю, что можно сразу выйти через через агропром туда, но, блин, как бы не хочется пропускать эту локацию, потому что может быть там что-то полезное. Вот. И да, я на момент рендеринга заметил то, что я кое-что лишнее взял случайно. И это была мина. Черт с ней. А, вон, нашел. Нафиг. Сейчас нужно обыскать все, что я знаю. Нет, это троллинг какой-то. Неужели залез? Не с первого раза удается даже по лестнице залезть. О, что же здесь есть? Так, бинтик, патроны, смазочка, комплект для приготовления еды, батарейки, чистящие наборы всякие, кофеинчик. Ну, в целом, все, больше ничего мы тут не увидели. Еще в прошлой серии мы нашли вот такой вот юспик. Его не решало бы вычинить. Так, я не припомню, лутал я это, не лутал. Это уже не важно, здесь ничего нет. Тут была одна проблема, я немножечко истрепал противогаз. И теперь он не пригоден к ремонту. То есть у меня нет никаких средств, по идее, которые могли бы его вычинить. Да, у меня нет ничего. Совершенно ничего. Обнаружил еще один ящичек. Я везунчик. Я просто чертов везунчик. Вываливаем отсюда все. Просто все. О, вот это. Нет, такой не возьмем. Ну, что сказать. Уже можно сразу тогда идти в бар. Я думаю, это... Ай, блин. Сварок. Ну, пусть будет. У него состояние 55. Как мне его вычинить теперь? Сложно. Надо, кстати, рюкзак сейчас вычинить будет. Так, рюкзак я вычинил. Пожалуйста. Где ты? Я все-таки гляну. Может, что-нибудь я отсюда еще не взял? Вот это не взял. Что это? А после целой кислоты. Еще те края надо залутать. Посмотрим, что есть там. Ну, честно говоря, я не знаю, как так уже передвигаться. Он... Сколько? 150... Пожалуйста, нет. Сколько у меня антирадов? 3. Возможно, я сейчас поступлю как черт, но я отгружусь лучше. Это глупый был поступок. Это был мега глупый поступок. Я просто не хочу тратить антирады, потому что они нам... ну. Как бы по глупости не хочется их тратить. Они очень тут очень-очень редкие. И да, я не залутал тут ящик. Я не успел сохраниться. Вот сейчас сохранюсь. Ой, блин. Ну давай еще медленнее, пожалуйста. Надо хлебушков трепать. Где он был? Где был старый хлеб? Вот он, старый добрый хлеб. Рюкзак заново чинить. Комбинезон, наверное, тоже нужно сейчас вычинить. Наелся, идем дальше. Кстати, я в прошлый раз тогда вынес этого типа. Сейчас вынесу еще раз. С него дропнулся пистолет и патроны. Вот ПМ и патроны. Тут ничего нету. Так, где он был? Вот. Так, не фани, пожалуйста. Он еще хуже выпал. Здесь... здесь же состояния меняются.
Ну блин, ну я его брать не буду уже теперь. Да, такой тупости. Ну хоть ты тогда. Хоть пистолет возьму, ладно. Блин, это даже это как-то по-читерски было сейчас. Мне вы. Ну да, читы не в угоду мне. Божественно. Не отчаиваемся. Я думаю, то, что я найду еще как-нибудь комбинезон. Все равно лучше вот этот. Не оранжевый, а зеленый комбинезон эколога. Где-то тут, по-моему, тоже были тайники, разве нет? Да, тайник один был там. Но одна проблема возникла. Проблему эту зовут Сосыч. Иди сюда. И за бок держится. Ну да, как будто я виноват. Не трогай меня, старый пес. Ушел. Уфло старое. Уходи. Брысь. Где ты был? Вот. Надо именные сейвы делать, не забывать. Ну и куда он сдрыснул? Впрочем, это не важно. Мне не интересно, где он, я не собираюсь по всей локации бегать, искать этого черта. Уходи, говорю. Да не сюда уходи. Просто пес, демон, вонючка, ушел. Против лома нет приема. Слышал о таком? Иди сюда. Куда пошел? Сюда, говорю. Падаль. Просто пес. И ты отдохни. Какие наглые. Что? Куда смотрим? Кровь. Да. Так, зомбези мне выпали некоторые патроны. Что с него было? Ничего полезного? Конечно. А тем временем хп-то тратится. ХП-то уходит в никуда. В пассивном режиме ХП уходит. Так, ладно, сейчас мы сбегаем, золотаем еще один тайничок. Если там ничего не будет, то уходим отсюда, потому что, ну, как? Я уже еле передвигаюсь, мне противогаз просто превратился в жопу. Дополз кое-как до этого места. Надеюсь, мои усилия не были напрасны. Ну, относительно. Батарейки всякие, патроны. Да не, в принципе, пойдет. Неплохо. Могло быть и хуже, наверное. Лопата, еще один сварок. Что еще есть? Да ничего, все, выходим. Вот куда этот переход ведет, не знаю. Пойдем туда. На свалку. Непосредственно по пути до бара вспомню, что есть одно неприметное местечко такое. Здесь у нас лежат инструментики для работы. Для грубой работы. Помимо них еще и патрончики есть. Забираем и идем дальше. Все-таки с норками решили устроить облаву по пути до бара. Да почему так? Я же увернулся от тебя, пес. Не, они лютые какие-то просто. Иди сюда. Подходи. И убегают куда-то. Ну, я не хочу их искать. Ушел. Я был бы не удивлен, если бы меня сейчас вынесли. А ты откуда взялся? Угу. А, я разряжен еще. Ну, здорово, найс, класс. Ты прыгать будешь? Старик, давай. Уйди, не лезь под руку. Так, где они были? Вот они. Нет слов. Я одного бичугана вырез с молоточка, ой, с ломика. Второй куда-то делся, не знаю куда. Где? Сейчас мы тоже определим. Куда ты? Ну что это так? Битва двух интеллектуалов. Что они нам принесли? Две руки снорка. Ну логично.
У этого что? Одна рука снорка. Получается, он без руки. Собрал я руки, идем в бар. А что? Что это такое? Вы тоже это видите? Зомби решил поиграться с дверью. Нормально тебе, нет? Но это можно смотреть вечно. Ладно, идем. Не ломай дверь. А вот придется постреляться с ними первую жизнь. Отлично. Что вы мне принесли? Где ПМ я взял? Или я его не взял? Взял. Разряжаем, выкидываем. У тебя что было? Ничего. У тебя что было? Тоже ничего. Идем в бар. Да, еще разработчики впихнули переход. Куда не надо, конечно же. Зачем это делать, я реально не понимаю. Вот переход был как в оригинале. Вон там вот что мешало его там оставить. Я понимаю, что этот мод опирается на хардкорный геймплей, но... Зачем? Ну это же лишнее время тратить, которого и так нет. Итак, я добрался. И образовалась проблема. Я ее решил. Честно говоря, мне эти снорки просто... Просто ты ебаешься уже, я уже не могу. Надоели, скажем так. Уйди. Ушел. Слышь. Ой. Старые монеты. Снорк был коллекционером, очевидно. Я наконец-то тут, и мне ничего не угрожает. Надо разгрузиться сейчас по-быстрому. Я проснулся, наконец. Перед сном я похавал, дрябнул водки, чтобы его так сильно не ела радиация, потому что он и так дохлый был. Вот. Сейчас тоже стоит поесть. Только я зачем-то начал с мяса кабана. Ну пофиг. Еще приготовил кучу еды, прям тонну. Поэтому мы в голоде не будем. Теперь его трясокузит. Угря. Да, все нормально. Теперь можно двигаться в темную долину. Я все-таки решил дать туда ползти, глянуть, что здесь. Как знал, нужно придумать стратегию, как бы слезть аккуратно. Собаки набежали. Мам, я руфер. Ну тут без перелома не обойдемся. Конечно, что же у нас тут было? Опа-на. А тут у нас... ПК полезно, супер полезно. На самом деле не зря я сюда залез. Реально не зря. Реально не зря. Просто не зря. И так как я сюда залез и получил вот эту вот вещичку, я думаю вычинить юсп. Итак, юсп я вычинил. Что это? Думаю разобраться теперь с этими блохастыми. Как это делать? Ну как? Ну, с горем пополам я попробую. Потихоньку, помаленьку я справляюсь. Иди сюда. Нет, назад, назад, назад. Нет. Почему именно сейчас? И вот, спустя пару мгновений я... с ними расправился, наконец. Нет, не со всеми. Теперь со всеми. Но не получилось у меня вылезти из этой ситуации абсолютно чистым. По дороге меня одна тварь все-таки коцнула. А, и тут все гладко не обошлось. Встретил этого щупастого. Ой, лох. Дурачок ты. Куда ты машешь? Куда?
Иди. Выследим по крови. А может, рукопашку? Против лома нет приема, давай. Как знал. Ложись. Фу ты, полосатый. Не в том месте. Продолжаем путь на темную долину. Путь на темную долину. Да, конечно. А вы думали, все так просто будет? Для него нет. Ложись. Смотрим. Ничего. И тут я вспомнил, что тут еще, кстати, пенек есть. Его надо осмотреть. Вот он. Пустой 100%. Да. И наконец-то я тут. Мне интересно, а кто будет тут? Я, кстати, ни разу не замечал псевдогигантов в Дедейре. Вообще ни разу не видел их тут. Опа-на. Какие здесь красоты есть. Вот это пригодится. Вот это. Не, я вот эти вот наборы уже лутать, наверное, не буду. Потому что у меня их и так. Хоть одним местом жуй. Хоть отбавляй, бери, не хочу. И, в принципе, все. Да. Нарвался на этих упырей. Не надо, ну, пожалуйста, не попади. Да что за наглый просто, ну что ты? Отпинаю тебя просто. Поехал, давай, давай. Блин. Ну я попал, походу. А может и нет. Что это? Их тут реально что-то очень много. Да не надо. Не, это фейл. Я еще словил вылет, ну да, и сохранился прямо у них перед носом. Ну, крутой я. Вот это я понимаю. А я попаду вообще, нет? Попал. Еще этот, черт. Ништяк. А, я остался один, его просто... А, нет, двое. Но они не помеха, я думаю. Как красиво сделал, да? Столкнулся с очередной проблемой. И решить ее будет достаточно тяжело. Это кровосос был? Не знаю. Поживем, увидим. Да, увидели. Просто хотел рассказать, какая проблема образовалась. Ну не судьба, да. Теперь о проблеме. Я не могу лезть туда, вдоль. Потому что там бешеный фон, просто бешеный. А так как у меня всратый противогаз, ну, от него вообще ничего не осталось, можно сказать. И комбез надо срочно вычинить. Я этим сейчас и займусь, наверное. Угу, займешься тут. И не убегай, пожалуйста. Стой тут. Иди сюда. Это я коревой, да? Так тебя. Так, вычинил я комбинезон. Рюкзак. Потому что рюкзак тоже был в таком себе состоянии. Если не ошибаюсь, то здесь тоже лут должен быть, нет? Разве нет? Это в другом месте. Ладно, идем в другое место. Нет, это никогда не кончится. Вот это вот дело. Удача. Их трое? Меня не убили. Удивительно. А, сейчас убьют, блин. Ой, я честно сдерживаюсь не гореть. Но, что есть, то есть. Я просто пытаюсь понять, что им от меня нужно. Победа. Просто победа. Ну как тебе? Нравится? Нравится? Нравится, спрашиваю? А он мне уже ничего не ответит. Ничего не буду с него брать. Я вообще с них ничего не буду. Хотя у них может быть антирад или аптечка. Не поверить.
Я сражался с ними до последнего за антирад. И хоть что-нибудь тут будет? Все же что-то будет. Так, глок я все-таки решил не брать, потому что он и по состоянию хуже, и в принципе по характеристикам, ну как пишет игра, и если ей верить, конечно. Итак, я добрался до сюда через боль и страдания. По-моему, они не закончатся, мои страдания, никогда. Домой! Извините. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть. А что у нас тут? А ничего. Конечно. То, что я люблю. Та-та-та-та-та. Возьмем вот это. Во. Кипарис. Кипарис, он, по-моему, вот этим калибром стреляет. А он пустой у него, ну да. Он же с разряженного автомата в меня стрелял. Точно. Как же я мог об этом не подумать в первую очередь? Стоп, что? При вас. Да они, походу, не совсем тупорылы, как я думал. Меня уже ничего не удивляет тут. Почему ты не попал в него? Почему ты в него не попал? Кто ты, если я? Я волнуюсь немножко. Ну-ка. Кровь, кровь, мама. Мама не придет. Что здесь? Ничего. Ну опять. Ну что здесь брать? Вот это. Вот это. Все. Конец. Обыщем этих бомжей. Пришла их братва. Ну, а что поделать? Что вот с ними сделать? Я не понимаю, смысла есть вообще их убивать или нет. Потому что вот, как бы их не убивал, с них вечно всякий хлам выпадает. Их вообще трогать не буду. Вот этих вот, только пощупаю. Не трожь меня. Что у него? Ничего. А у тебя что? Ничего. О, фоцик идет. Как дела? Привет. Так, ты. Ты чё шумишь? Потише общайся. И нормально общайся. Все бы так умирали, как он. Он то ли умер, то ли отдохнуть лег. Непонятно. Знаю я еще тут одно местечко, наверное. Ой, там мы закончим. Блин, какая-то реально экшоновая серия получилась. Сам не ожидал, сам в шоке, просто. Тем временем, ничего я не нашел. А, нужно хотя бы костюм замкнутой системы дыхания, который я профукал. Спать. Что? Ничего, лист бумаги с записями. Какими записями? Мне не очень интересно. Надеюсь, этот сундучок порадует меня под конец, который тут будет. А где? В смысле? Тут разве нету его? Или я слепой? Все-таки я решил прогуляться до вот этого местечка. За одной бутылкой, походу. А нет, я вспомнил, что здесь есть один маленький такой сейфик. Заглянем. Ну я просто хотел заглянуть в сейф. Боже, чтобы дойти до этого сейфа, мне пришлось два раза умереть в электро и два раза словить вылет. Да, оно стоило того. Ну, я думаю уже, что все, стоит заканчивать, потому что серия, как бы, она покороче, прошлое будет, да. Но я что-то не выкупаю сейчас, что делать, потому что фонит каждую секунду почти. И противогаз как жопа просто, реально. И я сейчас немного в ступоре. Поэтому да, такое печальное завершение будет в этой серии. Вот, будем смотреть в окно. С довольным, довольно довольным видом. Но грустным. Да. Поэтому вот, ребят, всем спасибо большущее за просмотр. Если кто-то, конечно, добрался до этого момента, я был бы очень рад. А еще больше был бы рад, если бы именно ты
подписался, поставил лайкосик, пальчик вверх. И вот, всем до следующей серии, ребятушки. Всем пока-пока.